Мини-Цимот 2023 шагает по стране. Финальные этапы дизайнеров, у них номинации «Школа моды» и «Мастер моды». Конкурсные показы. В конкурсном показе 61 коллекция от 72 дизайнеров, которые прошли несколько этапов отбора. Я вот так встану, чтобы с вами глаза в глаза, а то я уже чувствую из себя еще меньше. Вот вы мне давайте расскажите. Каждая почти девочка мечтает стать моделью, но не каждая может и даже не знает, куда идти. Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть к Игорю Иванову? Ну, скажем так, не совсем к Игорю Иванову. Допустим, у нас в учреждении, в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, есть студия моды, где также занимаются модели от 5 лет и старше. А мы там, про до вас 20. Говорим, мы про вас, чтобы именно к вам Поэтому попасть. Мы всегда там в конце лета, начале сентября нового учебного года объявляем набор. На Мельнице моды у нас существует республиканский кастинг моделей, когда мы можем под уже заявки дизайнеров отбирать модели. Поэтому любой желающий может к нам прийти. То есть можно сделать вывод, что моделью может стать практически любой. Главное иметь огромное желание, да? Желание и трудолюбие. Даже Вячеслав Михайлович Зайцев говорит, что таланта нужно 30%, а все остальное трудоспособность. А сколько нужно времени вот на макияж для показа? Ну, мне кажется, минут 10 достаточно. На нюдовский. Вот вы как визажист, может, скажете мне, у меня какие-то, может, ошибки есть в моем тоне, в моем макияже. Ну, как непрофессиональный визажист, у вас все в порядке. А если у вас как... это что, у вас стрелочки аккуратненькие, тон, все. То есть, в принципе, у меня все хорошо, да? У вас да? Все хорошо. Если подумать, достаточно теплая курточка. Ну, где так, может она пригодиться? Я скажу так, как сказал бы после того, в детстве, после того, как меня одела мама. Зато тепло. Ну, по вам не скажешь. Начнем с того, что рост у меня 183. Хожу я красиво, переодеваю до 14 секунд. Участвую в 11 коллекциях, и сегодня вы это увидите. Какими качествами должна обладать модель? Стрессоустойчивость, коммуникабельность, наверное, вежливость и, в первую очередь, уход за собой. Ты всеми обладаешь? Я, да, я еще плюс один, я просто хороший человек. А, еще хороший человек. А какими не должна? Наверное... быть слишком с высокой самооценкой и самомнением. Этих качеств точно нет? Нет, нет. Я же хороший. Но если хочешь, я могу взять тебя на бэк, мы вместе пройдемся. Будем считать, что ты 1.70 м. Ну, можно, конечно, попробовать. Да. Ножки расставили. Ага, расставил. Шире. Ладно, давайте я вас выключу. Что, постоите, поехали в дуэль. Остался эта заставка. Вышли. Они немножко, ну, глупые, они портятся и развиваются. Я предлагаю тебе развеять этот стереотип. А я этот стереотип уже развеял примерно 2 года назад, когда поступил в БГУ с самыми высокими баллами на бюджет. Быть слишком с высокой самооценкой и самомнением. Этих качеств точно нет? Нет. У вас такое необычное название у коллекции «Душа». Да, вы уже знаете. Да, о чем эта коллекция? Что мы видим? Коллекция... про детство, про воспоминания, про национальный код, про сказки. Я вдохновилась как такими художниками, как Васнецов, Билибин. Например, «Кольчуга» там есть из крышек поломанных шкатулок. Я вдохновилась как раз-таки картиной «Богатыри» Васнецова, которую он писал около 20 лет. Маша, расскажите, чем вы себя удобряете, что вы такая высокая? Честно, у меня, наверное, большая часть влияет генетика, у меня высокие родители. А вот чем мне, например, себя удобрять, чтобы тоже быть высокой, как вы? Одевайте высокие каблуки. Это не помогает. Чем выше, тем лучше. Существует такой стереотип, что модели обычно, ну, они больше занимаются творчеством и не очень умные. Давайте развеем вместе этот стереотип. Давайте, да. Вчера был день рождения у Пушкина. Угу. Вот, сколько детей у Пушкина? Ой, вспомнить бы. Давайте я вам подскажу, мы потом вырежем и вставим правильный ответ. Было 4, скажи 4. Пушкина было 4 детей. А если вот сейчас представить, что здесь такой маленький импровизированный подиум, вы сможете вот нам показать это? Конечно. Давайте.
Мода – это диалог, прежде всего. И это диалог автора, то есть дизайнера, со зрителем. А с другой стороны, это погружение в современный мир, в искусство, в свои какие-то корни, в привлечение обязательно инноваций, в освоение новых компетенций. Вот это все мода. Работа